За сутки в Атырау против коронавируса 976 жителей привились. В регионе продолжается массовая вакцинация населения против COVID-19. По данным за прошедшие сутки, первый компонент вакцины «Спутник V», «Казвак» и «Хаятвакс» получили 976 местных жителей. С начала года привито около 73 тысяч человек. Напомним, информацию о вакцинации в прививочных пунктах можно узнать, позвонив на колл-центр по номеру 980292.